Всем привет, друзья, меня зовут Руслан, вы на канале GBG, продолжаем проходить еженедельные испытания. У нас здесь на этот раз зона комфорта, вы будете терять здоровье 2% в секунду, если в радиусе 5 метров от вас не будет ни одного тиммейта в течение более 5 секунд. Месть члены команды взрываются после смерти, когда ваше здоровье достигает нуля, вместо потери боеспособности вы сразу умираете. Миссия, не скажу, что сложная, она чисто для прохождения в команде. И на этот раз проходим мы с подписчиком вдвоем. И что ж, думаю, стартуем. Давайте. С нами еще палач, мастер дрона. В принципе, все неплохо, я думаю. Думаю, мы переживем все это. Во всяком случае, миссия несложная. Я думаю, что мы выживем. Во всяком случае, на нормальной сложности уж точно. Хотя первый раз, когда я стартанул вот такую вот тему, это было жестко. Это было реально сложновато. Вот так. Что ж, поехали. Поехали. И подключаемся. Что хотелось бы сказать вообще по этой миссии. Здесь, в принципе, похуй вообще каким классом играть. То есть главное просто быть рядом с союзниками. Потому что если вы пойдете куда-то далеко, у вас будут проблемы. То есть начнет падать хпшечка. С другой стороны, я взял медика для того, чтобы вот как раз там сейвить. И для того, чтобы я как-то сам мог выживать какой-то процент времени без хпшечки. Здесь будет сложновато ставить вот эти мины. Потому что... Ну, все разбегаются, да, то есть это нам будет как-то по парам бегать или что-то типа того. Вообще, такие миссии достаточно легко проходятся с ботами по одной простой причине, потому что боты в любом случае побегут за вами, друзья. Там кто-то заставку не видел. Что ж, идем. Опа. Я уже столб начал терять. Уже все начали столб терять. Все. Ну, сейчас разыграемся и будет все заебись, правильно? Как обычно. Сначала там, наверное, сложно. Пока ты не предрочился. Я его не слышал, блядь, эта баба, сука, говорит, блядь, и получается полная хуйня. Нихуя здесь нету. Так, а там челик тут не умирает? Но он с ботом должен бегать. По идее. Мины, блядь. Окей. Берем эту тему и топим. Пробивнушечка, у нас все неплохо. Мне кажется, что у меня одного единственного здесь проблемы. Отлично. Over here.
Будьте здоровы, пиздюк вон. Я сейчас вам проебу дрона, блядь. Бля, давно я в это не играл, и вот играю явно хуёво, то есть можно было бы получше поиграть. Возьму автомат. Не понял, со мной рядом стоит челик, у меня на хпшечка тратится. Стоп, там челик стрелял побольше. Отлично. Дебильная тема, блядь. Не люблю я такие заебистые вот вещи, когда там бегай рядом с другом и так далее. Я просто, ну, не привык играть как-то вот пачкой. Я играю на медике, потому что, ну, я могу бегать в соло. Блять, он даже... он пишет, какого хуя я теряю здоровье. Он, видимо, даже не читал, что здесь за испытание. Сейчас в любом случае аптечку выбьем, друзья, все будет окей. Надо взять РПГ, потому что ее реализовать нормально можно только на волне. Отлично, есть аптечечка. Где эти пиздюки? Вот они. Но все нормально, все неплохо. На подписчика вылечите, чтобы у него было еще все намного лучше, но пока что не нашли мы аптечек. Да закали этого хуесоса. Отлично. Все, у нас все неплохо. Уничтожаем оставшихся. Блять, надо за ним бежать, потому что он сейчас подыхать будет. Это не будет весело. Ну все, мы вроде отбились, у нас все вроде неплохо. Забираем эту тему и держим. Блять, надо бензу брать. Похуй. Я проебал, я тогда ж скинул дробовичок. Скинул дробовичок, а нихуя не взял. Штурмовая карабинушка. Идеально. Идем к своим, чтобы не терять столб. Отлично.
Идем. И сейчас... Сейчас... Кого я не бафнул? А, вот этот... Блять, я сейчас выйду, но я эта хуйня закроется. Идем к своим. Здесь надо на самом деле бегать по парам, а, и будет все окей. В принципе, вообще идеальное испытание вот для игры с подписчиком, потому что тема вся в том, друзья, то, что здесь надо бегать по парам, и вот мы с ним как раз. Идем, короче, искать взрывчатку, и будем вдвоем бегать устанавливать, и пусть они бегают вдвоем. Потому что это самый быстрый вариант. Так. А где ящик? Вон. Блять. Блядь, на этом подписчику пизда сейчас будет. У нас вообще все не ладится, блядь. Не ладится все, блядь. Где он? Стой, я полечу. Выносливости нихуя нет. Ставим взрывчатку. Все, осталась еще одна. И съебайбл. Надо этого челика бафнуть, потому что у него проблема. Все. Отлично. Отлично, у нас все неплохо. Далеко я ушел. Блядь, я не буду за ним. По-хорошему, можно было бы за ними вернуться, но хер с ним. Я думаю, нам для вот этой сложности в любом случае всего хватит. То, что есть. И сейчас финалочка. Иди сюда. Там у коллеги проблема. Сейчас будет волна, я тебя вылечу, я аптечку выбью. Да. Блять, он забрал ее.
Я ж как бы, друзья, я себя вообще ни разу не лечил. Ну, нахуя он забирает аптечки? Я ж не то, что там вот как есть, да, люди, которые все на себя. Так. Что ж. Сейчас надо выбить аптечку и полечить подписчика. It has been an honor. You've done your country a great service. Где они? А вон они, пиздюки. Кстати, здесь выбить нихуя не получится. Здесь они не пачкой. Ну похуй, я зажму, все, есть аптечка. Я знаю, что ты не умрешь, но с одной хп играть на волне это не то, что надо. Шприцы, берем патроны и в бой. Плохо. Так, что этот? Надо отойти в сторону. Ну, мы прошли это по-любому, но, друзья, это явно хуевая сложность. То есть, как бы, нехуй проходить. Так. Я уже немножко разыгрался, я думаю, а сейчас все будет у нас неплохо. Хуёво я пострелял, но хоть так. Не, ну на этой сложности на самом деле это все хуйня. А вот будет на следующей. Интересно, как это все. В смысле, кто мне это свой? Отлично. Так, там у нас еще один где-то. Судя по всему, он АФК бегает сам. Он же писал то, что на какого хера у меня здоровье тратится. Все. Первое прошли. Сейчас будет посложнее. И сейчас попробуем это все дело на сложном. Не, ну у нас на самом деле получилось все четенько, но, блядь, я так понимаю просто то, что это по большей части моя ошибка, потому что надо как-то побольше говорить voice, чтобы мы с ним не разделялись как-то, потому что теряем оба столпа, и это как бы не весело. Так, и выходим.
Он подключается, судя по всему. Я нажму готов для того, чтобы... Я не могу понять, его он еще не загрузился или что? Потому что здесь показывается то, что он готов сверху, а да, он вот только подключился. Но, на самом деле, я скажу, если бы я проходил это соло, было бы посложнее, потому что, ну, элементарно терять 2% хп, это, ну, это сложновато будет. Несмотря на то, что я играю на медике, я как бы могу себя держать под бафом все время, то есть, да, и не умирать, но, опять же, этот баф тоже получает урон все время, и это не совсем то, что нужно. Так. Что-то как-то очень много операторов. Я в последнее время только с операторами играю из подписчиков. Сейчас, пока эта баба говорит, опять начнется какой-то трэш, опять меня поймает этот пиздюк. Вот, он слышно его хотя бы. Думаю, пистолетик надо взять. Отлично. Где-то пиздюк здесь сидит. За углом. Отлично. Ладно, я пока приберегу. Бери девайс. Это у нас кто? Подрывник. Ну, нормально. В всяком случае, будет урончик. Убиваем пиздюков. Вообще, думаю, неплохо было бы на подрывнике как-то поиграть. Давно я уже его не брал. Несмотря на то, что этот класс очень люблю. Судя по всему, нихуя здесь не дропнуло. Ну, это мог бы он не делать. Хотя это неплохая мысль. Ну, а это уже гарантированная аптечка, это радует. Там не радует то, что у меня нет патронов.
Берем револьверушку. Есть вот здесь шишка. Нормально. Нормально, все нормально. Надо оружие взять. Так, ну я надеюсь, у нас подрывник в теме, он знает, что где ставить. Так, ладно. Так, ладно, лечим коллегу. Надо было немножко позже полечить, но потом просто здесь фишка в том, то, что я не смогу к нему подбежать, если он где-то убежит или умрет. Все, стартуем. Очень неплохо. Так, и сейчас пора выбивать аптечку. Отлично. Все, в принципе, под контролем. Все заебись. Все взрывается. Все у нас хорошо. У меня есть автоматик. Но мы прошли это. Я бы так сказал, наверное, даже легче, чем в прошлый раз. Кончились патрончики. Где здоровый, блядь? Отлично. Так, надо полечить вот этого челика. Ищем аптечку или что-то такое, что нам поможет. Я еще найду, я думаю. Сейчас осмотрим, что здесь. Вирус я брать не буду, нет смысла. И топим отсюда нахер. I like this plan. Blowing the depot will create a wall of fire between the mainland and the ship. Spread out and look for explosives. Берем взрывчаточку. И куда туда? We've got infected inside the depot. И аптечка. Очень прокнуло. Уже поставил. Happen again.
Блять, я вот это вот хуй сыграл хуёво. Надо было дать ему инфу на аптечку, чтоб он ее забрал. У него в любом случае хп еще было, поэтому у него было бы все неплохо. Я явно хуёво сделал. Я сделал как обычный даун. Ну вот, как обычные люди, с которыми я играю. Что, серьезно? Блять, вот это плохо. Здесь чем меньше людей, тем сложнее вся эта хуйня происходит. Сейчас всех дронов проебем. Ну их как-то явно дохуя. Не знаю, что там, что-то это не, все не очень хорошо. Блять. Отлично. Поставим здесь. Блядь, 10? На 10 снарядов аж надо. Надо поставить. Это реально дохуя. Берем еще. Надо его бафать. Так, ну, в принципе, мы, я думаю, что как-то это дело переживем. Бенза есть. Берем бензу. Блять, Рома, далеко ушел. Сейчас стол будет терять. В смысле? Я нажал на него. Лечим его. Не знаю. Рома, я могу тебя сейчас полечить? Могу после того, как это все закончится. Его уже полечили, на все. Так, ладно. Их здесь становится дохуя. В любом случае, эту бочку как-то по-другому мы не реализуем, поэтому уж лучше так. В смысле? Ну это полный пиздец. Челику не везет просто. Нам просто нереально, блядь, не везет. Я не знаю, ну... Надо к нему топить, потому что он сейчас столб будет терять. Берем взрывчатку, осталось всего две. Все, идем к выходу вам. У меня есть одна, сейчас поставим и отсюда сразу съебай был. Отлично. Все, и съебай был. Нихуя патронов нету.
Все. Все целы, все здоровы, и у нас все в целом неплохо. Карабинушка. Так. И погнали. У меня там кошка с ума сходит, она выйти хочет. Рома, бери аптечку. Надо к своим, я сейчас сам на весь баф проебу. Можно было бы взять, в принципе, снайперскую. Сейчас перед волной их всех лечим, и у нас все неплохо. Ладно, пусть буду там, я буду помнить то, что там есть эта тема. Обновим мобаб. И все у нас неплохо. Ну, я думаю, сейчас мы аптечку по-любому выбьем. И будет все неплохо. Есть бенза, на всякий случай. Аптечка. По-хорошему надо на патрончиков взять, пока мы рядом. Так, подрывник уже бафнулся, в принципе, это очень неплохо. Он на волне может держать на себе баф, то есть мне на работы намного меньше. Не знаю, надо подписчика бафнуть. Хотя нахуя его бафал, потому что прибегут они в любом случае немножко позже. Мы их сейчас будем отстреливать неплохо. Но есть там шприцы в запасе. Проблемы с патронами начинаются. Но мы держимся вполне стабильно. Тут нихуя, в принципе, особого нету. Как я говорил, это все достаточно легенько, если вы постоянно тусуетесь толпой. Где? Где здоровый, блядь? Перезаряжаем турельку. Блядь, мне непривычно то, что Рома на бабе. Я за этим желтым бегаю, блядь.
собрать патроны. Есть бенза, у нас будет все неплохо. Думаю, нам можно вот так вот пройтись, как-то реализовать бензу. В принципе, все пока что очень даже неплохо. Есть шприц на тебя. Ну, это уже на финиш. Вот и все, друзья, вот такое получилось прохождение вот этого недельного испытания. Я бы сказал, достаточно легко. Что ж, надеюсь, это было интересно. Рома, спасибо тебе за то, что мне помог. Собственно, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.